Напомним, что пожар на Полетаевском рынке начался в ночь на прошлую пятницу. Пламя бушевало несколько часов. За это время огонь уничтожил почти 4000 квадратных метров, что составляет приблизительно треть от общей площади рынка. Сегодня сведения о будущей судьбе Полетаевского рынка нам удалось разузнать у одного из совладельцев торгового комплекса Александра Шевырева. Само основное здание представляет из себя три независимых модуля. Центральный модуль выгорел, поскольку были так называемые пожарные зазоры между крайними модулями. Крайние модули не пострадали. Судьба какая? Крайние модули уже практически сейчас запускаются. Некоторую уборку сейчас проводят. С завтрашнего дня сейчас уже все уличные павильоны запущены. То есть дальние коммуникации, газ, электричество. Работает часть правая Эльдорадо. И в течение сегодня-завтра будут запущены еще три зала. Та часть, которая выгорела, уже проведены переговоры с проектировщиком. Проектировщик уже начал работать. Там, кстати, проектировать не нужно ничего. Будет капитальный ремонт. Проведены переговоры с подрядчиком. Это «Сталь-конструкция», которая будет осуществлять все эти работы. Еще одна фирма приглашена. И с субботы работает экспертная группа, которая в течение нескольких дней даст нам заключение экспертное. По первому взгляду экспертной группы, где-то 90% всех несущих металлических конструкций, в общем-то, сохранится. Мы планируем где-то в течение 2 месяцев, максимум до Нового года, восстановить выгоревшую часть и запустить ее.